Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. И я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема – нарезание резьбы. Итак, что такое нарезание резьбы в целом? Резьбой называют винтовой линии образования. Резьба бывает двух видов. Наружная и внутренняя, левая и правая. Стержень с наружным винтом и с внутренней гайкой. Эти виды резьбы изготавливают как механическим, так и ручным способом. Как изображено на данном изображении. На данном изображении показан ручной способ нарезки резьбы. Итак, поподробнее. Элементы резьбы все-таки имеют ряд особенностей. У всякой резьбы различают следующие элементы резьбы. Профиль, угол профиля, шаг, высота профиля, основание резьбы, глубина, средний и внутренний диаметр. Первое. Профиль резьбы называют очертание впадины в продольном сечении. Второе. Ниткой, витком называют часть резьбы, образующая при одном полном обороте профиля. Третье. Углом профиля называют углом между боковым строением профиля резьбы. Четвертое. Шаг резьбы называют расстояние в миллиметрах между вершинами двух соединений витков. Пятое. Рабочая высота профиля. Высота соприкосновения сторон профиля. Наружней и внутренней резьбы. Шестое. Наружный диаметр называют наибольший диаметр измерения под решение резьбы. Вершине резьбы. Седьмое. Средний диаметр называют между двумя линиями, проведенными по середине профиля резьбы. Восьмое. Внутренним диаметром резьбы называют наименьшее расстояние между противоположными основаниями резьбы. Конечно, данная тема сложная. Хотя на первый взгляд кажется, ну что там, резьба, ну что в этом интересно, ну что в этом особенного. А вот нет. Это тоже очень важный элемент. Ну, не самый важный, но, по крайней мере, заслуживает внимания. Эта тема, скажем так, такая вводная, как сказать, очень важная. Поэтому я не смог пройти мимо нее в данном разделе слесарного дела. Вкратце, что такое резьба? Резьбой называют линию, ну, простыми словами, резьбой называют линии, которые идет по спирали вдоль, скажем так, стального прутка. Это называется резьба. Резьба имеет, как сказать, вершины, шаги между собой, есть разный шаг. Ну, о таких вещах я буду рассказывать поподробнее, а сегодняшнее видео, скажем, было такое вводным. Ну а на этом все. Всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Также не забывайте писать все комментарии. Поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Буду этому очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.